Турция готовит серийное производство разведывательно-ударных беспилотников «Акинчи». Как передает Ахарас, об этом говорится в заявлении технического директора компании Baker Technologies Сельчука Байрактара. По словам представителя компании, беспилотник прошел необходимые испытания и готов к серийному производству. Массовое производство нового беспилотника начнется уже в ближайшее время. На вооружение турецкой армии ударный дрон поступит до конца 2021 года. В то же время Махмуд Аксид, директор турецкой двигателестроительной компании ТЭЙ, заявил, что на беспилотник «Акинчи» будут установлены турецкие двигатели PD-222 вместо стоящих в настоящее время украинских двигателей AI-450P. «Акинчи» относится к новому классу тяжелых беспилотников. Размах крыла Байрактара «Акинчи» составляет 20 метров. Длина аппарата – 12,2 метра, высота – 4,1 метра. Заявленная производителем максимальная взлетная масса составляет 4500 кг. При этом максимальная масса полезной нагрузки составляет 1350 кг. Заявленная рабочая высота полета составляет 30 тысяч футов, примерно 9150 метров. Практический потолок аппарата — 40 тысяч футов, примерно 12200 метров. Нахождение в воздухе — 24 часа. Беспилотник может совершать полет в полностью автоматическом режиме, самостоятельно садиться и взлетать. Максимальная скорость — 360 км в час, крейсерская — 240 км в час. Дрон оснащен радаром SAFAR, 6 компьютерами с искусственным интеллектом, системой наведения и 6 точками подвески вооружения общей массой 1350 кг.